Жәлар реизра аҵыхәтәантәи аилатәара амш хәаԥштәаҿы иқәгылан зеижә ссара, урҭ рахьтәи иҟалеит иааиуа ашықәса ахьиргаз азҵаарақәа. Урҭ иреиуоуп ахшыра рацәа змоу аҭаацәарақәа асоциалтә цхыраара рыҭаразы азакәан апроект, аҳәаа нырцәтәи атәыла ауаа хымԥадатәи рыбгаԥса аусхкаҿы азакәан ԥҵаратәактқәак ҳаиҭакрақәа ралагаларазы азакәан апроект. Убасгьы Аҟәатәи ақалақьтә усбарҭа ӡбаҩы сахра барцыс иҟаҵара азҵаара амш хәаԥштәаҟынтәи иқәган. Ихадоу азҵаарақәа рышҟа ииасаанӡа Аԥсны жәлар реизара еиҳабыдаз ааҭгылеит ииасуа ашықәс иалагӡаны апарламент аусушьа атәы. Иахысуа ашықәсы имариамызт апарламент азгьы, аиҳабыра зегьы рзгьы, ҳауаажәлар зегьы раԥхьаӡа ҳауаажәлар зны. Иаҳара ыҟоуп, иаҳарам ыҟоуп, иҳалымшаз ыҟоуп, ҳакәша-мыкәша ҭагылазаашьагьы ҳара ишаҳҭаху иҟамызт убри аҟынтә зынӡакыс ихьанҭаӡамзаргьы имариамыз ҳашықәс ҳазхысыз. Сара ҳауаажәатәыҟара схы нарханы исҳәот иааиуа ашықәсыз гәыӷрақәа ирымоу дара рымчала, аиҳабыра рымчала, апарламентгьы убри налаҵаны ргәыӷрақәа наӡо иҟаларцы даара исҭахуп. Анаҩса депутатцәа аҩбатәи аҵыхәтәантәи аԥхьараҿы ирыдыркылеит Аԥсны аҩнызқьи зеиԥш шықәсазтәи ҳареспубликатә бюджет. Аԥсны аҳәынҭқарра аекономикаҿы иареи ажәлар асоциалтә ҭагылазаашьа аихьтәи рзы акырӡа зсазкуа, ари азакәан азы адепутатцәа ргәаанагарақәа еиԥшымхеит. Ҩажәихәҩык адепутатцәа рыбжьы рҭиит уи адкыларазы, бжьҩык мап ацәыркит. Аилатәараҿы иааиуа ашықәсазтәи абюджет азакәан апроект азырхиаз адепутат Натали Смырыԥҳа иазгәалҭеит мызкы инеиҳаны аус дырулоз апроект аԥсахрақәеи ахарҭәаарақәеи шалагалаз аконтрольтә палата азгәаҭақәа рыла. Сегодня мы рассматриваем проект закона о республиканском бюджете на 2019 год. Согласно представленному проекту, принятому в первом чтении, республиканский бюджет на 2019 год по доходам прогнозировался в общей сумме 7 575 239 000 рублей. Что на 142 миллиона 815 тысяч рублей больше прогнозируемой суммы в 2018 году. Чтобы вы понимали, на протяжении представленного проекта, это прошло порядка 2 месяцев, каждый день заседал комитет. Поэтому комитет вынес свое видение. Данные из цифры, которые были мной озвучены, это проект, представленный администрацией президента. Комитет, в частности, посчитал внести изменения в бюджет, республиканский бюджет на 2019 год, с учетом, самое главное, замечаний, представленной контрольной палатой. Вот о чем я сейчас вам и зачитаю. Контрольная палата Республики Абхазия было предоставлено заключение на данный проект бюджета. Профильный комитет, учитывая данные заключения и замечания коллег, наших депутатов, а также ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня рассматриваются, подготовили соответствующие изменения в параметры доходной и расходной части государственного и республиканского бюджета на 2019 год. Таким образом, государственный бюджет Республики Абхазия на 2019 год с учетом изменений по доходам составил 9 миллиардов 735 376 миллионов и 5 тысяч рублей. И по расходам, это параметры государственного бюджета сейчас озвучиваются, 9 миллиардов 841 миллион 127 и 1 тысяча рублей. Дефицит составил 105 миллионов 750 и 6 тысяч рублей. Иҳәынҭқарра атәым афонд Кофба, атәанчарат амҩатә Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра инвалидцәа рфонд, асоциалтә бгаԥсеи аџьа ахьчареи рзы афонд, ихымԥадатәиу амедицинатә бгаԥса афонд, арепатриациа афонду ҳәа ҳазҭало ашықәсазтәи рбюджет азы ҳазакәан адепутатцәа еицҿакны ирыдыркылеит. Амш аус хәаԥштәаҿы убасгьы иқәгылан акцизқәа рзы азакәанқәа аԥсахрақәа рылагалара. Уи азҵаара иазԥхьа гәанаҭоит аҭаҭын лыхқәа рахь иаҵанакуа аалыцқәа акциз ахқәа реиҵатәра. Иара убас ари акатегориахь иаҵанакуа аимпорт аалыҵазы акцизтә ахқәа рышьҭыхра. Аха уи аҩыза ажәалагала адгылара моуит, апроект рыдыркылеит аԥсахрақәа аламгалакуа аҵыхәтәантәи аԥхьараҿы. Атәыла азакәан ԥҵаратә актқәа акыкҩбак рҿы аиҭакрақәа ралагаларазы азакәан апроект рыдыркылеит актәи аҩбатәи аԥхьарақәа рҿы. Убасгьы Екатерина Ҭырқьԥҳа Аҟәатәи ақалақьтә збарҭа аӡбаҩыс лыҟаҵара адепутатцәа ақәшаҳаҭхеит. Егьырҭ иаанхаз азакәан апроектқәагьы рыдыркылеит апарламент адепутатцәа. Налаҷхинџьариев Хальдар Дамиров, Тамас Чкуан, Аԥсуа телехәаԥшра.